Вор в законе Лёня Макинтош. Захожу в хату, а там двухметровый амбал. Подходит ко мне и отбирает сумку с вещами, а я как раз был с карцера худой, слабый и маленького росточка. Если я бы тогда стерпел, то был бы не криминальным авторитетом, а девочкой в тюрьме. Но я не стерпел и зарядил хлопчику двоечку. Вот и все. Как итог, полгубы у него не на полу, а с челюстью большие проблемы. С тех пор кто-либо вообще боялся ко мне подходить.